Здравствуйте, вас приветствует магазин «Мир модели». Меня зовут Владимир, я являюсь представителем российской компании «Авикор», которая занимается производством действующих сборных моделей. И сегодня мы познакомимся с вами с моделькой, которая называется «Модель резиномоторного аэроглиссера». В комплектацию данной модели входят все необходимые детали для постройки одной действующей резиномоторной модели. А именно, это подробная инструкция, наждачная бумага, резиномотор, необходимая фурнитура, два вида клея, суперклей и клей ПВА. И детали для непосредственно постройки модели. Детали из фанеры толщиной 3 мм, изготовлены при помощи лазерного оборудования. Присутствует на двух листах фанеры толщиной 3 мм. И один лист из шпона толщиной 0,6 мм для оклейки корпуса. И двух декоративных деталей на поверхность корпуса. В результате сборки данного набора получается вот такая симпатичная резиномоторная модель аэроглиссера. Закрутка резиномотора происходит благодаря специальному рычажку, которым можно закрутить резиномотор. После закрутки резиномотора модель можно спустить на воду, и она проплывет в воде от 7 до 10 метров в зависимости от уровня закрутки резиномотора. Сегодня мы познакомили вас с моделью аэроглиссера компании «Авикор». После сборки ее необходимо будет покрыть лаком, и она будет готова для запуска в воде. Для более подробного ознакомления с нашей продукцией приходите в магазин «Мир моделей». Здесь представлены как собранные образцы наших моделей, так и наборы для самостоятельной сборки. А теперь я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.